Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим самое вкусное летнее лакомство. Сегодня мы с вами сделаем клубничное мороженое в домашних условиях. Продукты, которые нам потребуются, вы сейчас увидите на своих экранах. Также, как всегда, я оставлю более подробное описание внизу под видео. Заходите на мой канал, кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые события на моем канале. Итак, готовится наше летнее лакомство очень просто. Измельчаем клубнику в комбайне, ну либо руками, венчиком, как вам удобно. Но лучше, конечно, всего в комбайне. Далее добавляем сгущенное молоко. Я буду добавлять прямо из банки, где-то половина банки. У меня клубника не сладкая. Если у вас клубника сладкая, ну, значит, скорректируйте. Так, добавили молоко сгущенное. Опять измельчаем. И далее будем добавлять сливки. У меня сливки 10%. Соответственно, если у вас будет больше жирных сливок, мороженое получится немного жирнее. Сливки добавляем потихонечку, постепенно. Далее полученную массу нужно разлить по формочкам. У меня есть такие специальные формочки для мороженого. Остальное залью в пластиковый контейнер. Я разлила наше мороженое по формочкам. Значит, эти я сейчас закрываю палочками-крышечками. Контейнер также закрываем и все отправляем в морозитель. Замерзать оно будет часа 2-3, лучше, конечно, на ночь. И, конечно, мороженое, которое в формочках, застынет немного быстрее, чем то, которое в контейнере. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое мороженое у нас с вами получилось. Оно хорошо достается из формы, хорошо замерзает. Единственное, что у меня в морозителе оно простояло целую ночь. Я его делала с вечера, и вот сейчас утро, я вам показываю, какое оно получилось. Мороженое можно сделать чуть мягче, его не стоит долго держать в морозителе. Это, конечно, актуально для тех, у кого есть детки. В целом мороженое получается очень вкусное. Домашнее, ягодное, что не менее важно, натуральное. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Пусть все рецепты будут вам по карману. Готовьте этот рецепт. Получилось у меня, обязательно получится и у вас. Заходите ко мне на канал. Ставьте пальчик вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые события на моем канале.